Для молодоженов Евгении и Маргариты путь в семейную жизнь начался с сюрприза. К ожидаемому узкому кругу друзей и родных присоединились еще 40 человек. Это студенты двух амурских колледжей. Специально для них в честь Дня народного единства организовали знакомство с работой ведомства. Эта экскурсия оказалась волнительной для всех, включая самих молодоженов. Очень волнительно. Помните мне еще с вчерашнего вечера и всю ночь. Волнительным для ребят стал и тот момент, что они оказались в настоящем хранилище людских судеб. Вся история Приамурья, начиная с 1925 года, заключена здесь, в Амурском ЗАГСе. И несмотря на войну и разруху, вы ее учили, было принято постановление о том, что каждый командир части может зарегистрировать пару в любой день и час. В деталях студентам рассказали не только о нюансах регистрации, но и о тонкостях работы ЗАГСа в целом. Например, тут выписывают и хранят все справки о рождении и смерти человека, где он родился, а также кто были его родители. Все эти данные занесены в книге актов гражданского состояния. Они пронумерованы и разделены по спецификации: рождение, заключение брака, его расторжение, установление отцовства, смена фамилии. Сейчас архив регионального ЗАГСа насчитывает более 3,5 миллионов различных записей. И все они тайно за семью печатями. Это все закрытая информация. После познавательной экскурсии ребята задали интересующие их вопросы. Какие документы подаются для получения свидетельства о смерти? О смерти подается медицинское свидетельство. О смерти, которое выдает больница, либо морг, паспорт умершего и паспорт заявителя. Такие встречи сотрудники Дворца бракосочетания устраивают регулярно. Только в этом году это уже 10-е. Главная цель, рассказывают организаторы, показать молодому поколению, что ЗАГС – это не только свадьба. Им это очень нравится, очень интересно, потому что в ЗАГС, как правило, идут уже совершеннолетние, уже взрослые, состоявшиеся. А вот эти юные, они, конечно, приходят только когда в качестве гостей к нам на регистрации брака. Поэтому для них это, конечно, новое, для них это нужное. Ольга Сысой, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение.